Kia Optima, текущего модельного ряда, к штатной мультимедийной системе подключили дополнительное устройство. И теперь изображение в максимально высоком качестве. Звук идет в штатную стереосистему. Можно любой ролик в YouTube любого качества загрузить и пользоваться. Кроме того, можно зайти в Play Market и самостоятельно загрузить любые приложения. Яндекс.Навигатор с полноценным мультитач-сенсорным и голосовым управлением. Привет, Алиса. Важный момент. Звук может идти в штатную акустику, а может идти в дополнительно установленный динамик. При этом вы слушаете радио, а подсказки вы слышите из дополнительного динамика. На рабочий стол вы можете загрузить любые приложения, например, MapCam.info или все что угодно. Все будет в быстром доступе, очень удобно. Все при этом штатное осталось без изменений. Любые режимы работают как и прежде, ограничений нету. Парковка может быть из любого режима, как из штатного, так и из дополнительного. Обращайтесь, и в вашем автомобиле появится такая же качественная, современная, удобная мультимедийная система.